drowning in gold. I'm trying to pull you up here. It's not like it was. I wait until the lights go out. Cause baby, I didn't wanna know that the sky was coming down. Keep me in the dark, maybe I won't flip above the wreckage if I stay here on the ground. I'm still falling. Так, ну что, всем доброго времени суток, с вами Денвер, и у нас MM Studio, как всегда, с вами. Мы решили прокомментировать Ньюби против IG, конечно, не в лобби, но Beyond Summit нам дал такую возможность без билета, да, комментировать в отставании примерно 5 минут в Dota 2 TV, прокомментировать матчи Ньюби против IG. Ну, мы такие, почему бы и нет, и давайте же посмотрим на эту игру. Откомментируем всего лишь одну игру, но, возможно, здесь это будет и последняя игра. Здесь замес на Лину агрессирует. Ньюби уже взяли, как вы видите, первую карту, да? Извините, сейчас звук чуть-чуть прибавлю, да?
Ну что ж, у нас две китайские команды играют, IG против Ньюби, отличный состав, отличные две команды, которые показывают в последнее время свой прогейм, да, то есть это профессиональные команды, которые действительно могут внести какую-нибудь новую мету, да. Вот, ну и что ж, у нас давайте по пикам посмотрим, у нас Ньюби, Бестмастер, Инвокер, Свен, Линай, Тайтхантер, против них на, у команды IG, точнее, Пак, Дум, Лайкон и Феникс Саксон, заехали. Ну и что ж, давайте посмотрим по крипстату. У нас Бестмастер здесь фармливает Лес. Боже, впервые вижу такого Бестмастера, который перефармливает обеих керри, да, что там Лайкона перефармливает, что здесь перефармливает главного керри у Ньюби. Действительно, должны посмотреть на это, ребята, как же хорошо исполняет свою роль Бестмастер, точнее, фармит, да. И там Акс. Акс у нас тут 24 крипа, как-то странно, да, распределились. Лайкон отправили в Лес, тем временем здесь Акс выстаивает линию. Сейчас, извиняюсь, мышка немножечко. Так, а у нас параллельно скоро будет комментировать еще один парень, да, Ксамсон Макс. Так что, если захотите, то приходите и посмотрите на это. Здесь у нас Феникса ищет ли нас ДД. Ну, тут тычку она выпишет, да. Но уже, думаю, ее вряд ли отпустит. Можно даже еще успеть. Ай-яй-яй, нет, первый скилл провязать не успела. Так вот, у нас получается Лина это саппорт, Бестмастер лесной, Свен Кэрри, Тайтхантер у нас соло лейн, и Инвокер будет стоять мидл против Пака. Да? И получается здесь Дум. Это что у нас Дум? Дум у нас какой-то в дабле с Фениксом стоит. Получается у нас Акс соло, Лайкон у нас отправляется в лес, и Пак мидл. Интересно по лайнам, конечно, здесь растасовочка такая вот от обеих команд. Ну, сейчас на это посмотрим, как они реализуют это все. Действительно, это будет интересно посмотреть все же. Да. Ну и что, Шеник здесь замечает Бестмастера. Бестмастер у нас 5-го левела. Топоры не качал. То есть ушел, да, вглубь леса через своих юнитов по максималку. На максималку качает эти скиллы 2, да, то есть Орла и Кабана. Ну и плюс еще, конечно же, пассивочку. Пассив, без пассивочки здесь нечего делать, мне кажется, без мастеру. Свен фармливает 37, то есть Лайкон здесь явное дело впереди, в лес он ушел. Ну, здесь я смотрю, Лайкону неплохо так стоится в лесу, уже 4 регенки есть, дает он ульт, а в кого он пойдет? Пойдет, наверное, забирать у нас инвокера. Появился Dream Coil, есть Silence, и инвокера нужно просто идти убивать, но просветки нету. Успеет скастовать себе Лотар, и просто-напросто отпустит инвокера. Инвокер сейчас уйдет похилиться фласочкой. Думаю, даже далеко не собирается уходить. Подцепили здесь дома, дали стан, дали огонек. Теперь пытаются всеми силами его отхилить, но ничего здесь не получится. Еще может пытаться Свена забить. Нет. Ну, здесь Лина начинает агрессировать. Да, вот здесь Бестмастер, есть стан. Отлично. Сейф ТП. Ну, это слишком поздно. Сейф ТП был от... либо от Акса, либо от Пака. По-моему, от Акса был сейф ТП. Не заметил я. Какой там свет был. Ну, 3-1 в исполнении Ньюби. Сейчас, возможно, да, и станет последняя игра, да, для Ньюби. Возможно, они сейчас просто-напросто возьмут и выиграют, да. 10 тысяч голды начинают уже доминировать. И по XP тоже 750. Начинает вырываться потихонечку вперед. Свен у нас ПТ приобретает себе. Тоже хороший айтем. Феникс Маки. Будут, наверное, куда-то выдвигаться, но пора какой-то все-таки активность проявлять от IG, потому что как-то более морфная игра. Ньюби здесь более выглядит уверенно, да, скажем так. Вот. Ну, по общей ценности давайте посмотрим. По крипстату, конечно, здесь Лайкон. Лайкон очень жестенько начинает выфармливать свои айтемки. Сейчас будет покупать Владимир, есть Iron Talon. Ну, на этом пока что все. Ульт откатится через 25 секунд, и можно что-нибудь уже придумать с его ультом, да. Через волка побежать и убивать. 3400. О, Акса, несмотря на то, что, да, главный по крипстату у нас Лайкон. Ну, Свен... главный по крипстату у нас Акс. Нет, правильно, Лайкон. Ну, Акс, вообще, ценность у него... У него здесь Вангуард уже и сапожок есть. А что, по киллам? По киллам, да, наверное, здесь Свенчик лидирует. У нас Бестмастер у нас лес. Появляется Рор, 7 левел у него. А, нет, у Свена 2 ассиста всего лишь. 2 ассиста, у Лайкона вообще 0 ассистов. Почему они еще... А, они Локера так и не убили, они шулинулись, да. А, ну, не знаю, наверное, ассисты так повлияли на общую ценность Свена. А, поэтому он и впереди от Лайкона.
скорее всего. Ну, выфармливается лес, здесь выфармливается, тут выфармливают, как бы, такое. Ребята с обеих сторон решили его зафармить, но, опять же, Ак должен понимать то, что заходить на сторону Лайкана нельзя, да? Ну, это как минимум хотя бы оставить эти три спота, это он сейчас фармит, ну, хотя бы сюда еще бежать. Ну, хорошо сделали то, что побольше спотов, да. Палье. Тайтхантер на Сэвидже, 8 левел у него есть, отличный набор, скажем так. Хорошо, тоже здесь у него. Так, ну и Акс просто в наглую заходит под вангуардом, у него здесь регеночка большая. По сути, крипы ему ничего не наносят, никакого дэмэджа. Здесь очередной ганг, есть дримкоил. Будут выдвигаться на инвокера, поставили. Отлично, ну и забрали два парня. Там дума разменяли 10 секунд таверну. Но лучше, конечно же, здесь то, что инвокер наконец-таки убили. А насчет просветки запарился Пак, как я понимаю, да? Феникс там поработал хилочкой. Тоже отлично. Они, по-моему, даже без просветки его забрали. Я не успел посмотреть. Здесь поехал врыв. На Свене висит дум. Это очень сложно будет сейчас как-то пытаться еще выжить. Но да, понимая то, что здесь не выживет, и просто на развороте бежит куда-нибудь. Нужно попытаться еще убить Пака. Ой, бестмастера Пак. Пак агрессирует, начинает дамажить, а догонит ли? Там тем временем убивает Феникса. И да, начинает мансить. Пак-то догадывается, вот. Только орб сейчас дал, но ТП он увидел в любом случае. То, что бестмастер ушел. Но разменяли Феникса на Сведа, тоже неприятно. 5 на 2. Айджи начинают камбэчить игру. XP они уже камбэкнули, по голде тоже. Нет, по голде 1500 все-таки Ньюби еще лидирует. Но здесь Тайтхантер. Тайтхантера никто не трогает, он спокойно здесь стоит, Энчер Смэшем отфармивает. То есть, да, сейчас 1600 голды уже на руке есть, если дадут подфармить этому парню еще чуть-чуть. И появится Блингдаггер. А с Блингдаггером уже будет сложно. То есть, будут отличные рэвэджи в исполнении Тайтхантера. Да? Не забываем про это в первую очередь. И мобильность добавляется тоже для Тайтхантера. Ну, смотрите, как только появляется Блингдаггер, мне кажется, здесь нужно Ньюби уже вылезать. Нужно просто идти и убивать. Если Дримкоил попадает по иллюзиям, не сплеет Пака. Ну, здесь, да, просто отойдет у нас инвокер. Давно не видел, кстати, IG. Ну, вот, засветились они на The Summit. Наконец-таки. Так, у нас Лайкан уже собирает ПТ-шечку, сейчас себе будет собирать. И Владимир пока что у него есть. Больше ничего важного такого нету, да? В общей ценности он, конечно же, отстает от Свена на 500 голды, если так можно сказать, да? Ну и Аксакс выфаливает, Акс у него Блингдаггер, отлично. Начинается экшон, есть Рор, есть Санстрайк, ульт Лины. Ну, здесь не отпустят Акса, Акса просто раздамажили. Два ульта у него садили, еще и Санстрайк. Ну и готов Тайтхантер драться. Здесь Свен ультует, раскастовывается. Подарок летом будет раздамажить эту вышечку. А что ему еще остается? Ну и все, просто-напросто за парочку тычек. За пару секунд раздамажили этот тавер. Для Ньюби проблем никакой не составил. Этот Т1. Ну теперь можно стягиваться спокойно вот на этот, на последний Т1. И забирать его. А почему бы и нет? Тем более, что еще и у Тайтхантера появляется Блингдаггер. Попробуйте теперь. Да? Хорошо ворваться, при том, что будет ревич с Блингдаггером. Но это проблема. IG должны это видеть. То, что приобрел Тайтхантер, да. Блингдаггер. Вижен должен быть уже. Кто-нибудь да по-любому покликал на него. То, что есть Блингдаггер. И должны что-то с этим делать сейчас IG. А вот и Свен начинает перефармливать, уже 5400 у него на руке, ну и здесь Акс у нас в стаке, да, как я понял, выфармил, немного поднял голды. Ну и здесь в 500 голды все равно Лайкан продолжает отставать, за ним Тайтхантер на 200 голды буквально. Ну у нас здесь инвокер у нас с Медасом, инвокер за Тайтхантером. Да, Пак, конечно, тоже здесь на 700 голды отстает от мидера. Ну что ж, здесь вроде как подпили бестмастер, начинает кучу дэмэджа валивать, Феникс дает рор, и это действительно шанс, мисплей от Акса, и просто-напросто отдали сейчас бестмастера, дали ему уйти, скорее всего, да? Ну, мисплей, во всяком случае, Акс сейчас потерялся немного, и Блинк
Блин, Каут ушел в лес просто-напросто. Потеряли кучу времени. О, здесь кабан, смотрите, как агрессирует Пак. На Пака. Пак, наверное, злится. Здесь поехал замес. Тайт-хантер. Тайт-хантер не успеет. А что ж такое, Акс? Боже, какой мисплей. Лайк, он там не успевает по-любому забить Тайт-хантера. Там пассивочка работает. Еще, наверное, Энчер смешно кинул. А вот Атакса мисплей. Опять же. Что ж такое? Блинк-даггер не успевает просто-напросто связать и дает первый скилл. Вот здесь вот просто-напросто. Ну ничего. Заходит на Т2. Смотрите-ка просто, как Свен разваливает этот тауэр. Ну там 300 открытого дэмэджа, можно сказать. Ну и все, просто Т2. Т2 уже не видно. Ну и нужно отойти, здесь половина хп у Свена. Ну нет, продолжает. Будут разменять, здесь Т1. Ман не хватает на ТП. А еще здесь и Рэвидж, можно пойти подраться. Агрессивно на Тайт-хантера. Будут его бить, есть Дум. Рэвидж уже не дать ТП, но и просто отдадут Тайда. Вот смысл ему помогать. Тут всадили у него много. Ну и просто так добивает. Здесь Феникс этим временем разобрали, а кто? Бестмастер убил, да? Ну и будут заходить на Т2. Такой вот ценой. Потеряли Т1. Конечно, Ньюби здесь Т2 разменяли. Убили еще в придачу Тайтхантера, да? Тайтхантер попытался задефать. 7-3 на табло. Еще более-менее. Ну и Т2 здесь тоже убивают. Конечно, в плюсе, безусловно, здесь Ньюби. Ой-ой, Дримкоил, Бестмастер, 5 хп. Где Санстрайк? Санстрайк мимо. Ну, зато Лина добивает Пака. Бестмастер нужно просто уйти на ТП. Лол, секунда времени. Ну, пошел до конца и не хватило все же. Ак здесь на развороте начинает убивать Лину. Горелочка на линии, ну и просто нужно, скорее всего, отойти. Двоих героев нету все-таки рядом. Ребята просто сейчас разошлись. Конечно, потеряли плохо то, что Пака и Дума. Дум пошел до конца. Понадеялся на себя, думал, убьет Бестмастера, но там инвокер. Тычек ему хватило, хватило дэмэджа, чтобы раздамажить быстренько этого парня с рогами и подсейвить своего напарника. Свен уже у нас с саблей, то есть дабл дэмэдж. Первый удар. Вот это вот проблема будет, когда парень будет раскастовываться. Если Айджи дадут ему ударить, да, Айджи дадут ему раскастоваться, это будет очень больно. Свен у нас куда-то уходит. Батит, как я понимаю, да. Будут ли дефать ребята из Айджи? Ну, Свена нету блиндагера. Все-таки кажется, то, что Свенчику нужен блиндагер. Здесь топорик. Прорубит он тебе путь, если что. А дефить, наверное, не собираются у нас ребята из IG. А Свен сейчас спокойно. Ждет он здесь, конечно. Ну, не знаю. Боится, что здесь кто-то все-таки есть. Нет, ну здесь никого нет, он ошибается. Давайте посмотрим по киллам. 3-2-0-4-0. Ты Лина здесь. Ну да, несмотря на то, что Лина есть ульт у нее. Там все в порядке. Ух ты. Башню сил тьмы на верхней линии атакуют. Ну и все, заходит Свен спокойно. Есть для него проблемы тоже. Это Т1 очередной, да, всего лишь для него, тем более еще есть дабл дэмэдж. Первый удар и армлет. Просто раздамажил спокойно. Бестмастер с некрами. Есть маки, нужно выбегаться. Тем более, что ульты не в КД, нужно искать кота в лесу. Ну и что сделать сейчас просто-напросто Ньюби. Ну, в лесу у нас уже никого нету, вот и проблема. А кого у нас видят вообще? Видят Пака. Нужно давать рор, ой-ой-ой. Ну, здесь замансил. Бум, ну в лину, насейвить. Санстрайк, отлично, начинает бить в лицо. Боже, Дримкоил в одного Бестмастера. И, ну, здесь Дум должен отходить. Бестмастера подловили здесь в любом случае. Феникс, ну и Акс просто-напросто добивает своим ультом. А что они здесь два тела забыли, непонятно. Ну и что ж, 17-я минута, ни одного Т за ХГ уже не стоит у IG, да? Как-то Лайкон не сильно себя реализует, хотя у него есть уже Некры. Ну и Владимир, ну тут... Да, проблема. Конечно, у Лайкона Свен уже от него немного оторвался. У него уже по общей ценности будет больше. Череда, то, что у него 700 на руке лежит, сабля... Это читерская, с дабл дэмэджем, да? И армлет. А, вот и блиндаггер еще здесь прилетел, да. Я не заметил. И отлично этому Свену. Ему вообще просто сейчас приятно, верно. Ак собирает себе обраточку, и от Лины залетает Мека. Ну, как я понимаю, здесь там Дум дал Дум в Лину. Там Мека зашла от Лины.
Ой, не Мека, а под Тевеля все-таки Лину. Бессмастер такой, мол, я прикрою тебя своим телом, уходи. Ну, здесь Аганим будет фаст от инвокера. Должен фармить. Не хватает 600 голды. И будет у него Аганим. Ну что ж, команды отошли по разным сторонам. Нужно подождать, нужно немного пофармить. Нужно дождаться, наверное, инвокеру Аганим. И тогда можно уже идти и попробовать агрессировать. Ну, здесь Свен отпушивает потихонечку, да, но здесь выдвинулись под смоками. Акс, Дум и Феникс. И будут искать сейчас кого-нибудь. Будут искать у нас Свена, но здесь они никого не найдут. Найдут только здесь разочарование. А как бы сейчас Блинк, да, не сделал Свен, потому что под смоками ребята ходят. О, понимают, есть кто-то, да. Начинают пансить просто-напросто, и ребята это считают. Свен, ну и Свен просто на ТП. Свен просто на ТП ушел, и ребята это сразу причекали, то, что в лесу по-любому кто-то сидит, и Феникс начал там летать. То есть, какое исполнение игры от IG, да? Ну и здесь ответные смоки. Только здесь без мастера Тайдхантер и Лина. Лине тоже бы не помешал Аганим, между прочим. Тайдхантер у нас 1200, форсов у него блинк-дагер. Пока на этом все. И инвокер. Аганим, неужели, да? Да, Аганим нафармил себя. Отлично, сейчас варды летят какому-то персонажу из... Ага, Лине. Хорошо. А там курьера слили. Это я не зачекал, к сожалению. Так, ну ладно. Под смоками двигаются IG. Можно даже попробовать забатить на Лайкана, нет? Решают пойти без этого парня. Ну, надо файтиться, надо файтиться. Инвокера появляется Аганим. Можно даже сейчас словить, попробовать одного. А, ну здесь рядом нету Бистмастера, вот в чем проблема. Будут файтиться, наверное, 4 на 4 все же. Есть Вижен, фаржами подсветили Акса. Будет ли врыв? Здесь форстав готов. Нужно давать. Думала ли Тайдхантер, теперь уже Тайдхантер у нас не боеспособен, но здесь Акса сбривают. Феникс отправили в таверну 30 секунд, Дримкоил, Пак начинает мантить, но Пак сейчас на развороте будут убивать, да, здесь ловит еще стан, Санстрай, конечно, мимо, но даблкил от Лины. Ну и все, это заход на Рошана, это минус 3 в исполнении Ньюби, и ребята просто тут отойдут, они ничего не сделают сейчас, IG. Два персонажа остались, пошли заагрессировали вчетвером, слились, отдали 3 персонажей, да. Отдали Дум, который сейчас пофиксили, 140 теперь секунд он будет КД, что не 125. Так что, неприятно. Так, инвокер у нас с Аегисом подбирает себе тоже. Очень хороший артефакт, да? С Рошана падает ему. А, и Лайкан третий на Некрономикон. Мне кажется, это мало для Лайкана на 20 минуте. Потому что общая ценность у Свена, ну, 2000, можно сказать, он выигрывает. Почему не Свену дали? Не знаю, посчитали то, что здесь, смотрите-ка, подловили дома, нужно Ravage, Sunstrike, куча дэмэджа, но здесь обраточку, кстати, собрал на Doom, да, но Ravage потратил, и 140 секунд его не будет. Ой-ой-ой, а нужно сейчас отойти. А волками начинает добивать у нас Свена, что получится. Ай, Лайкан здесь, ну да, здесь ошибочка, конечно, я не спорю, Лайкан, армлет, ну вряд ли его засейвят. Хотя, начинают мансить очень жестко, но да, здесь Лайкан добивает Свена. Еще можно попробовать на Лину заагрессировать. Нет, здесь остается пару юнитов всего лишь. Лину не убить, но маны у нее нету. Зато. Акс ворвался в Лину, начинает крутиться, очень больно. Обраточку включил, еще парочку тычек и ульт. Ой-ой-ой, миссис, ульт. И все равно, конечно, забирают. Это даблкил для Лайкана. Нет, даблкил. Просто... 2 килла он забирает себе Лайком, да? Акс потратил ульт. Не хватило там совершенно, наверное, чуть-чуть. Хотя уже 11 есть. Странно. Я тоже удивлен, почему не хватило добить Лину. Ну что, здесь, наверное, пойдут забирать инвокера. Тем временем у нас Бестмастер, но наверху пушит. Никры будет отправлять? Нет. Здесь кабан. Кабан у него есть, кабан. Он фармивает лес, скорее всего. Поехали. Убивать инвокера. Есть хил, куча дэмэджа. Есть еще Дум, но здесь Аегис били. Свен ТП будет делать. А Свен делает ТП, на развороте буду драться от Тайдхантера. Нет ревиш, 60 секунд, он здесь уйдет. Куча дэмэджа, валивает. Есть зерно, но смысл. Пак, нужно хотя бы забрать Пака. Он у нас без маны. Пака убьют, отлично, колдснэп, минус 3 в исполнении Ньюби. Еще можно попытаться убить Феникса. Феникс начал делать ТП и... начало летать, но здесь ничего не получится провести на Ньюби. Будет сложно. Тем более, что Му играет на инвокере. Ну и
Лайкан, как всегда. Ну, с БКБшечка, зато сейчас ребята из Ньюби будут заходить на рампу. Я думаю, все-таки нужно попытаться это сделать и, да, приобретать себе. Вот, ну, тоже неплохо для нас, да, Сиайта. Хорошки забирает. Но сейчас Лайкан забрал себе достаточно хороший айтем, это БКБ. И... А, ну, зашли они на рампу, да, начинают раздамаживать. Есть Ревич, может, стоит подраться. Кстати, неплохо реализовали, получается, Аегис от Инвокера. Да. Забайтили спокойно, сбили Аегис, сделали минус 4. Ньюби, спокойно, без всяких потерь, да. И пошли на рампу. Немного раздамажили вышечку и сейчас отошли на... Что они хотят? Пофармить, наверное. Ну, здесь БКБ есть у Свена. Пусть попытаются убить, да. Ну, там была ошибка, конечно, от Свена, то, что здесь он слился, дал преимущество Лайкану пофармить, и, собственно, он это использовал Лайком. И просто-напросто догнал его по общей ценности. Ну, там инвокер еще 12800, но все же, в 1000 встает, и Лайкан с Свен перевровень идут, но смотрите-ка, Лайкан уже сейчас будет 17 скоро, а Свен будет только 16, вот в чем проблема. Нужно немножечко экспы подождать. Есть, поехали подцеплять Бестмастера, пока на нем Сайленс и Динкойла не жалко. Есть Рэвидж, отлично. Рор потратили. Ну, здесь еще Тайтхантеры могут его подловить спокойно. Есть ТП от Инвокера, Бестмастер, ну, по ХП, Бестмастер догорит. Лол, нет, не догорит, еще живет. Минус 2 в исполнении Ньюби, Тайтхантера добивает, 60 секунд здесь Свен. Свен просто, ну да, с Лайком ничего не сделает, это вряд ли. И отправляет в Тавер. Нет, Акс под сейф небольшой. И здесь, конечно, убивает. О, какие-то лаги нет. Непонятно, что происходит. Зерно взрывается. И даблкил от Акса. Феникс начинает делать ТП. Здесь Торнадик. И подцепит. Да, подцепит. Нет, не подцепил. Здесь, по-моему, пикселей не хватило. Лол. 4 в 3 разменялись. При том, что, да, там был хороший подцеп от Акса. Свен там еще буквально тычку. И Лайкана бы он добивал. Ну, тут Акс решил. Такой, нет. Парень, ты будешь бить меня. Ну, возможно... Как-то поздно ворвались ребята. Ну, там ворвались Бестмастер, да, ворвались Тайткаунтер, что-то там подрались, пытались доказать в два тела. Их раздамажили очень больно. А что, байбеки пошли? Нет. Нет, не было байбеков, а решили просто уйти на ТП. У них еще, кстати, мидл. На мидл Т1 стоит. Наверное, Му хочет просто сохранить Т1 в своем лейне. Здесь вардецкие стоят. А вот от Ньюби уже ничего не стоит, никакие варды. Почему так? Один, хотя они лежат. Один. Ну, Драшан еще очень долго, про него пока стоит забыть. И... Это просто... Смириться с этим и фармить дальше. 14 тысяч по голде. Ого, Ньюби, ничего себе. И 15 тысяч по XP. Ну да, доминация уже есть от Ньюби здесь все же. И... Ну, вот эти вот три персонажа решают. Сейчас они просто впереди, да? И Инвокер сейчас уже 15 тысяч. Его... Давайте расследим Инвокера, называется, и попробуем убить его на 25 уровне, когда Инвокер будет... Вообще его просто-напросто невозможно будет убить. Так, ну заходит во вражеский лес, выфармивает, и ему здесь ничего не мешает, тем более, что и Тайтхантер здесь на подсейве. Ну, кстати, с Тайтхантером он начинает собирать рефрешер себе, орб, и отлично будет этому Тайтхантеру. Сейчас он Персеверин второй собирает, и остается ему, как я понимаю, рецепт. Рецепт, да, остается. Здесь более-менее хорошо. Некрономиконы. Какая-то игра с некрономиконами. Их очень много в этой игре. Давайте даже посмотрим. Ой-ой-ой, как отстают же жестко по голде. Боже мой. Действительно, смотрите. 63 над 48. Общей ценности команд. Так, я вот что хочу посмотреть. У нас некры в игре. Раз. Два. А, нет, немного. Пару некров. Это от Бестмастера, от Лайкена. Думал, еще. Ну, ладно. Так, ну и что ж, у нас 60 секунд еще не будет некров у Лайкана. Этих он завязал. Отправит он сейчас их бить. Ну, сейчас они уже и пропадут вовсе. 20 на 9 на табло. 27 минута. Ньюби против IG. Ну и что ж, конечно, доминация видна. Ньюби все-таки выглядит в этом матче более уверенно, да? А, до ТП у Свена... Что, кристалли? Ого, кристалли. Вот что приходит Свенчику. Ну да, вот это будет боль. Вот сейчас, если был бы кристаллис вот в том замесе, когда он дрался с Аксом, там бы парочку тычек оформил мне все-таки с критом Свен, и было бы больно Аксу. И вообще он бы, мне кажется, разломался бы там. Так, у нас Дум начинает фармить Лотар. Или Гримм Эскейп.
не знаю, какой-то у нас Doom более такой, получается, саппортящий парень. Но если по лолам посмотреть, Doom очень сильно проседает вместе с паком, а Феникс как вообще 10-й. Сейчас Фениксу, может, все-таки стоит книжечки купить, и у него будет 11-й, второе зерно. Да. Ну, пока, смотрите, как команды решили отойти, здесь Лину, но ну, здесь смогут подловить, мне кажется. Нет. Ну, пак, если, мне кажется, загрессирует, то вполне, почему бы нет. Он сделает ТП, и здесь вроде как файт пошел, да, подловили у нас Свена. Ой-ой-ой, Doom, но здесь куча всего, и... Смотрите, КФК стоит, что ты КФК стоишь-то? Очнись, тень, этот Свен, тебя же сейдят. Свена не отдадут, здесь даблкил от инвокера, торнадо. Но здесь промахивается Вакса, и Тайтхантер пытается догнать. Поцелились таки Свена, смотрите-ка. Ну и развороте, сейчас его будут отхиливать. Нету Дума, нету ничего. У Лайкана, нет, Лайкан БКБ не завязал. Ну и все, просто-напросто, да, Лина его отхилила. И можно спокойно заходить на рампу и драться. Здесь у нас Акс, будет ли Вижн, будут ли драться, но Акса не видит, да, никаким образом здесь. Этот парень уже в лес, вглубь леса ушел. Как он хочет? Он хочет попытаться убить инвокер, как я понимаю. Но все, ничего не получится, Акс, 15-й. Нет, он не пойдет убивать инвокера. А Вижн был? По-моему, не было. Или все-таки увидел, пока нет, куда сюда сделать ТП. ТП, блинк. Так, у нас ТП. Инвокер, где он у нас? Вот он. А, он на низ. Они хотят со всех сторон, наверное, обложить. И сломать. Ну, у Дума еще, Дума не будет 70 секунд. А стоит драться, скорее всего. Потому что Дума нету. А что еще нету у них? Зерна нету, 40 секунд. Стоит, наверное, все-таки зайти на ХГ, ньюби, не бояться. А вот Рошан, не, сейчас, так сказать, да. Можно забрать Рошана, но уже будет, скорее всего, зерно. Зерно будет, и у Дума 50 секунд остается до Дума, да. Вот в чем проблема, скажем так. Ладно, заходят на Рошана, во всяком случае, ньюби. Это их решение. Я надеюсь, оно верно. А куда? Кто-то там атаки? Видят это дело? Нет, не видит никто, то что они на Рошане, но я думаю, IG догадываются. На Рошан здесь падает без всяких проблем, раздамажили его по фасту. И инвокер забирает Аегис просто-напросто, если инвокер даже сейчас заберут, ой, ее на развороте как же он больно развалит. А, ну смотрите-ка, не отдают Аегис почему-то Свену, все-таки решают. Здесь можно попытаться подловить Акса, есть же Вижн, но Акс это чекает все дело и просто на блинкауте уходит, а будут ли догонять? Ну да, смоки в никуда просто-напросто. Здесь у нас инвокер, инвокер сделал ТП, 30 секунд до следующего ТП. И стоит, наверное, все-таки уже заканчивать игру ньюби, почему они так тянут? В общей ценности уже инвокер там очень жесткий, да, там еще с ним можно сравниться только Лайком, который там... 17 тысяч по голде догоняет Свена. На 500 голды все равно отстает. Все же, да? Больше все. Ну, Акс. Акс. Ну, а что Акс? Акс у нас 15 левел. Там 18 Свен, 21 инвокер. Ну, что он сделает? Ну, он сейчас ничего не сделает. Ну что ж, игра потихонечку перетекает в мидгейм. Нет, точнее, уже даже, наверное, блейдгейм, да? Начинаем потихонечку перемещаться. Ну, сейчас уже мид. Мид-игра пошла. А вот могут подловить. Могут подловить Лайкана. Будет ли? Стоит ли это делать? А это видит все это дело инвокер. Сейчас волками по цели. Нужно делать ТП. Пака видит. И он понимает, что нужно просто сейчас отойти. Даже Феникс там улетел. А, это Doom. Doom у нас под Шалоблейдом. Кстати, вот это вот можно было бы так подловить, да, забатить. Сейчас бы, если бы инвокер повез, это было бы очень плохо. Подловили Лайкана. Есть Санстрайк, есть Трор. Отличный гейм. Отличное исполнение. От Бисмастера все-таки находит этого парня, отправляет его в таверну. Отлично, 70 секунд, его еще и не будет. А по байбекам нету, а почему не идти и заканчивать? Просто сейчас просто пойти и закончить игру для ньюби. И закончить эта игра победой в этом матче, да. Спокойно заберут. Как первую игру, так и вторую. Ну, 23 на 9, да, IG здесь более слабее, ребята. Ньюби, вы знаете, да, недавно OG сбили им стрик у Ньюби. А Ньюби показывали отличную, просто превосходную игру. Так, у нас инвокер с октаином. Ой-ой-ой-ой-ой, у него 6 слотов, по сути, если медас еще можно продать. Но 30 секунд байбека нету, это минус сторона, мне кажется. Здесь, конечно, есть и Doom, здесь есть, ну, пацейф. Так, пак, сайленс. Ну, инвокер спокойно бьет, стоит, да. Ему здесь никто ничего не сделает. Находят на бараке, бараки начинают просто-напросто сыпаться. Ну и буду ждать IG Лайкана, которого забрали вот здесь. Ну, а что еще делать? Что еще остается, кроме того, что просто подождать этого парня?
Ну, потому что проблема. Нельзя так сливаться, что-то стоило. Стороны сейчас IG. Ну, отойдут. Здесь спокойно просто отойдут ньюби. Хотя, мне кажется, нужно подраться. Или они все-таки предпочитают такой стелс какой-то, наверное. Стелс-бой, типа, вылавливать кого-нибудь по одному там. Агисон страйк? Не вижу. Вот. А вот сюда стрельнул, по паку, да? Угу, понятно. Хорошо, хорошо. Ну и что ж, заходит на очередную сторону. Это теперь мидгейм. Ой, мидгейм, это теперь мид-сторона. И будут сносить. Но тут тупака гоним есть, тут тупака блиндаки, тут тупака есть еще. Дискорд могут подловить. Нет, торнадо мимо. Ой-ой-ой. Ну, тут ловит дум. Ой-ой-ой, что ж такое здесь? А, лайк на секунду сбривает. Ну все, это ошибка. Здесь рефреш. Просто не дают Альжи раскастоваться. Минус 3 в исполнении ньюби. Это трипл килл от Свена. И просто-напросто, ну, а что сделают здесь эти два персонажа? Здесь еще подловили пака. Пак в таверну. Лена не пожалела ульта. Ну, нужно просто бить сторону. И Фенкс пишет ГГ. И действительно, это ГГ. Айджи проигрывают игру. 2-0. Ньюби. Nice game. Побеждают они в этом состязании. Ну что ж, поздравляем мы их с этим. По графикам уже 25 тысяч. 30. Ну да, Лайкан посливался. Не было такого толкового замеса от IG. И просто-напросто отдали Лайкана. И отдали игру IG. Ну что ж, на сегодня это все. С вами был Денвер. Тайминг Студио. Всем до скорых встреч.